Так, всем привет, с вами мы играем в программе Sims 4, но пока в Steam я вот поиграл в эту игру, да. Младшего потрясла не только его родных. Простой автомеханик Александр не сдерживает слез. Я уже поиграл. Типа слез, он думает, я не его... Да, ну, актёршу, мне было 20 тысяч, но, правда, все эти 20 тысяч я потратил на весь этот дом. Вот это охренеть, да, ребят? Поэтому всё очень плохо. Ну, я его нанял на работу. Работал. Янукович-младший бредил автомобилями. Автослесарь Александр вспоминает. Бывало, после гонок сына первого лица Украины, как и его автомобиль, собирали по частям. Знаете, после аварии выбиты челюсти, выбиты зубы, и вот перед машином рука. Подходи, да, ведь, ребята, мы сможем завтра выехать. Если есть укол, то мы не сможем. И неоднократно не побеждал. Коллега по федерации подтверждает, известная фамилия никак не отражалась на результатах гонок. Свидетели там обычно, что никаких там попыток вообще не было. Между яблочным сертификатом, нам подчеркивали, что это такая дисциплина, куда люди приходят для того, чтобы именно преодолеть себе. Профессионалы до сих пор не могут поверить в гибель Виктора Януковича. Ведь он был мастером спорта и прирожденным автогонщиком. Когда это была случайность, он был готов после на автопутешествие, выезд на лед, но для него не было каким-то экстраординарным послушанием. Машина Януковича-младшего ушла под лед во время рядовой экспедиции. Автогонщик утверждает, сын бывшего президента был готов к любым экстремальным ситуациям, а уж к подводному плаванию тем более, ведь он даже дайвингом увлекался. Так он зайдет вот так вот вниз. Освещение было видно, что это явно не живу, а именно. То есть довольно-таки респектабельно вообще. И все севастопольцы у нас знают это место. Могилы у них уже. Ребят, ну смотрите, что это. О боже, что Майхо. Не помню. По Симсам, потому что вы знаете, что происходит. Потому что это не нормально. Так что я думаю, лучше не будет знать видео про Симсы. Это подписан канал с городом 17. Так что... Я с вами прощаюсь.